Телекомпания «Аригус» представляет. Новый сезон. Быть объективными во всем. «Восточный экспресс». Лидер в категории информационных программ. Как всегда, вначале коротко об остановках «Восточного экспресса». Решать проблемы. Дежурный по городу. Более 10 тысяч решенных задач и абсолютное доверие зрителей. И не забывать свою историю. «Восточный экспресс». Обратный отсчет. Мы рассказываем о главном. Итоговая программа «На ночь глядя». Лучшая работа в области телевидения 2007 и 2011 года. Просто и доступно. «Вся Бурятия». Об этом и не только в свежем выпуске программы «Вся Бурятия». Мы любим свою республику. Миндамор кундыта мене харчат. Программа на бурятском языке «Мунген Сэргэ». Расширяем привычные рамки. Метод и мудрость. Телеэнциклопедия ответов на бытовые и философские вопросы. Интересный вопрос в этом плане, да. И создаем новые форматы. В этом сезоне мы будем с вами разбирать песни. Говорим по-бурятски. Новый формат для изучения национального языка. Мы будем город по утрам. Привет, привет. Единственное в Бурятии ежедневное утреннее шоу в прямом эфире. И не боимся перемен. Еженедельная программа «До и после». Яркий телевизионный проект, который помогает людям преобразиться. Мы учимся, играя. «Великолепная пятерка». Единственный в Бурятии интеллектуальный чемпионат среди школьников. Все по-новому. Новые болельщики, новые участники, новые правила. И всегда открыты диалогу. Программа «Точка зрения». Думы и максимальный эффект. С нами вы не пропустите ни одну премьеру. Проект «Афиша». Маршрут на неделю. Все развлечения Улан-Удэ в преддверии их проведения. В нашем городе есть чем заняться и куда пойти. И посмотрите на мир другими глазами. Улан-Удэ глазами художников и музейные тайны. Мы стремимся быть первыми. В эфире программа «Спортивный экспресс». С вами Алексей Турубов. Здравствуйте. И главная новость. И ничего не боимся. Проект «Камикадзе». Это первое в Бурятии экстремальное шоу. Телеканал «Аригус». 25 лет рядом с вами.